В Рединском районе нашли тело утонувшего подростка. 15-летнего юношу искали неделю. Информация об инциденте появилась в прошлый вторник, 20 июня. В МЧС Бурятии предостерегли не посещать места, не предназначенные для купания. А также напомнили, что трагедии на водоемах чаще всего происходят по невнимательности взрослых. В Улан-Удэ двое мужчин спасли женщину, чуть не утонувшую в болоте. Предположительно, пьяная женщина увязла в трясине под мостом на Богородском острове. Пострадавшую заметили и вытащили из болота двое проходящих мимо мужчин. В Гусиноозерске неизвестный сбил 17-летнюю девочку на зебре. Все произошло вечером, 23 июня. Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Виновник скрылся с места ДТП. Сейчас ведутся его поиски. Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы по контракту в период военного положения или мобилизации в стране. Теперь высшие офицеры могут служить до 70 лет, а граждане в другом звании – до 65. Президент также подписал закон о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления.